За последние несколько лет Ульяновск сильно преобразился. С приходом тепла появляются новые клумбы, композиции и цветочные фигуры. Ежегодно к весне ландшафтные дизайнеры продумывают концепцию высадки цветов, а озеленители готовят растения. А ведь за всем этим стоит многим незаметная, но огромная и важная работа сотни людей Центра по благоустройству и озеленению города. Здесь все делается с большой любовью и душой. Предприятие является единственным в Ульяновской области и ведущим в Поволжье производителем посадочного материала. Содержать в чистоте большую территорию стоит больших усилий, поэтому в теплицах ежедневно трудится больше 30 человек. В настоящее время идет активная подготовка к 9 мая. Выращивание растений – это всегда кропотливый труд, ведь каждому цветку нужен особый уход. Например, петуния любит полив, а агератуму для существования необходимо много света. В этом году новый вид сальви будет, лайтхаус, новый сорт, будут бархатцы, фаербойл и банан заби. Цветовая гамма – это как в радуге, все цвета радуги используем. Короче, начиная от полутонов и на яркий желтый, красный, белый цвет. Этап высадки семян растений уже завершен. В настоящее время на производстве приступили к пикированию, пересадке сеянцев на место окончательного развития плода. К 9 мая на клумбах города появятся такие цветы, как петуния и бегония, сальвия, бархатцы и герань. Дизайнеры Центра по озеленению и благоустройству сейчас работают над созданием новых рисунков и эскизов цветочных композиций. Горожане, ну, кто-то советует что-то там где-то поставить, кто-то советует, какие растения посадить. Ну, а в основном у приезжих вызывает восхищение наши клумбы. В конце апреля приступят непосредственно к высадке цветов на клумбы города. В общей сложности летом 2021 года появится около 1 000 000 цветов 20 разных сортов, из них 20 тысяч многолетников. Городской центр по благоустройству и озеленению также планирует высадить 1000 деревьев различных пород и 3000 кустарников, в том числе 300 штук роз. Молодые деревья украсят улицы, скверы и парки. Также в Ульяновске высадят газоны общей площадью более 7 000 квадратных метров. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Управда ТВ.